Игорь. Не надо. Не надо. Что? Рука такая холодная. Вся дрожишь. Что-то случилось? Нет. Я пришла поговорить с тобой. Игорь, я тебя очень прошу. Уезжай из города. Прямо сегодня, немедленно. Почему? Мой муж Муляров. Он не успокоится, пока не избавится от тебя. Слышишь? У него большие связи. Одно письмо, анонимка, и тебя могут посадить за вредительство, за еще что-нибудь. Подожди, подожди, Люся. Он найдет. Подожди. Послушай меня. Он же таракан. Жирный, омерзительный таракан. Как ты вообще могла? Замолчи. Слышишь? Замолчи. Никогда со мной так не говори. Он хороший. Он щедрый. Он спас Наташку. Он любит ее. Он любит меня. А ты погубишь и себя, и нас. Я тебя прошу, родной, уезжай. Уезжай. Я прошу тебя, немедленно, сегодня, уезжай.